Приветики, медведики. Сегодня покажу интересную вещь, как потестировать яйца. Зашел в ленту, а тут такой забавный инструмент есть. Вот, стало интересно. Хочу попробовать и вам показать. То есть, вот так он выглядит. Кладем яйцо, а вот, собственно, инструкция. То есть, диагностируем дефекты. Малые, большие пятна, мутное непрозрачное яйцо, наличие посторонних включений. То есть самое главное, что яйцо должно быть прозрачным. Так, положили яйцо, включаем. Далее. Не более 1 минуты. С последующим выключением на время 2 минут яйцо начинает давить количество яйца. Так, и что, оно прозрачным станет? Опа, смотрите, оно становится реально как-то более таким... Интересно, что это с ним, с яйцом происходит. Так, все ли мы правильно делаем? Переключатели включили, подсветку включили. О, какие-то... Непонятно. Короче, фигня какая-то.